Для приготовления багета вам понадобится 330 грамм теплой воды, в воду добавить дрожжи, такую маленькую щепотку, 330 грамм муки, мука высшего сорта. Хорошенько перемешать. Оставляем на пару на 12-16 часов при комнатной температуре примерно 21-23 градуса. Прошло 16 часов. Такая пара у меня классная получилась. Для теста берем 330 грамм теплой воды, 20 грамм соли и 19 грамм сахара. Все это в воду отправляю и размешиваю. И 670 грамм просеянной муки высшего сорта. Воду, которая с солью и с сахаром, добавляем в нашу опару. Тщательно перемешиваем. Сюда же добавляем просеянную муку и замешиваем. Тесто я замесила, оно получается очень вязким и липким. Муки не добавляю, оставляю на 3 часа. Каждые 1,5 часа буду делать обминку. Спустя сутки тесто выглядит так. Мы свое тесто делим на части, примерно по 300 грамм. Формируем багеты, оставляем на 1,5 часа на расстойку. После расстойки мы делаем надрезы и выпекаем при 240 градусах с паром. Я буду делать надрезы и убираем его печь. Надрезы раньше я делала ножом, можно делать лезвием. Для того, чтобы выпекать этот хлеб, мы должны с вами в разогретую сковородку, которая у нас уже разогревается в духовке, вылить кипяток. Это получится пар. И ставим хлеб, закрываем духовку, 20-25 минут он у нас печется. Хлебушек-то у меня поджарился, нехиленько. А мне такой нравится. Еще даже больше, чем если бы он был бледный. Отсюда он золотой. Выглядит он шедеврально. А? Классный? Классный. Вот еще один. Ломаю. Классный. Вам видно? Сейчас будем пробовать. Как может не понравиться такой хлеб? Он же такой красивый. Горячий только. Очень. Весь пропекся шикарно. Он пористый весь, классный. Блин, как он классный. Просто нереально вкусный. Соль идеально. Сахар идеально. Мякиш пропекся идеально. Вверх, если кто-то не любит такой поджаренный, как я люблю, делайте другой. Ну, делайте поменьше.